Вот тут главная интрига. Вы не поверите. Борис Титов, ему слово. Много чего в стране меняется, ведь с маской хожу. Но зато наша партия очень быстро нашла решение, да и маску сделала очень красивой. Но действительно много меняется в стране, и спасибо, что избрали, потому что новый этап будет очень не похож на первый этап нашей работы. Но даже по съезду, помните прошлый съезд, сколько было людей, сколько тысяч, наверное, да, и как мы все, да, были вместе, да, сформировали эту команду. Сегодня нас всего здесь в зале несколько человек, несколько десятков, лучше сказать, человек, тех, кто реально выбран делегатами и просто по требованию Минюста не может находиться на удаленке, должен при всех проголосовать мандатом за те решения, которые принимает партия. Зато все остальные на удаленке. Ребята, привет! Они вон руки машут, потому что мы все-таки соблюдаем хоть какие-то, но соблюдаем максимально возможные те поставленные властью, да, условия, что нужно проводить онлайн-съезд. Мы все-таки вот первая возможность, мы проводим онлайн-съезд. В этом изменение, потому что коронавирус принес столько нового в нашу жизнь. Слушайте, три месяца почти сидеть дома, а большинству бизнеса не работать. Это вообще даже представить себе было невозможно. Можно было представить, что там будут какие-то изменения спроса, какие-то там будут негативные факторы, может быть, что-то произойдет, там очередное падение цен на нефть. Через кризисы мы все уже проходили. Но через полную остановку, когда просто запрещено. А тем, кто запрещено, вообще не работает, но все их поставщики, все их контрагенты практически тоже останавливаются. И там власть выделила какие-то акведы, кому помогла. Но на самом деле этих акведов не счесть. Да? Намного больше реально пострадавших компаний, чем то, что сегодня есть. Ну и кроме этого, конечно, много чего меняется и в жизни страны в целом. Если раньше мы как бизнес взаимодействовали, пытались найти решения, предлагали активные решения, те, которые должны быть приняты для того, чтобы экономика страны развивалась, чтобы бизнес в стране развивался, то сегодня мы видим, что изменения идут, к сожалению, не в лучшую сторону. Это и то, что было, в общем, сейчас по отношению к бизнесу, и то, что страна по-прежнему продолжает сегодня это и углубляет тенденцию на централизацию, на государствление. И все это требует новых решений. Поэтому вот этот съезд для нас этапный. Мы переходим в другое качество работы нашей партии. И партии, которая выстраивала так по кирпичику снизу свою деятельность, активному политической работе, активному участию в выборах, активному высказыванию мнения. Еще раз, нам очень, мне, я думаю, что всем не хочется, чтобы наши дети начинали с той же страны, как начинали когда-то мы ее. Тогда нам повезло, мы все-таки, благодаря нашим усилиям, мы вырвали страну, и она пошла по демократическому пути. Но сегодня реально мы возвращаемся к той же ситуации, в какой мы были тогда. И нам сегодня нужна другая страна. Нам нужна страна, которая производит, которая активно развивается, у которой главным драйвером роста является инициатива людей, а не государственные решения. Не государственные компании, которые могут только уходить в коррупционные решения. Да, за счет этого тоже может что-то происходить. Но это не тот рост, который нам нужен. Мы хотим страны открытой, активной, развивающейся, страны людей, чтобы у каждого человека была возможность роста. И вы знаете, мы подумали, мы долго обсуждали это в партии, и все-таки главным лозунгом этой избирательной кампании, которую вот в регионах, мы все-таки считаем, нужно сделать следующее. Помните, Рузвельт говорил, вот это новая была страница в истории Америки, когда от дикого капитализма страна пошла по пути капитализма с человеческим лицом. И у него был тогда лозунг «Капитализм для всех». Вот у нас должен быть лозунг «Рост для всех». Потому что действительно всем сегодня в стране, и предпринимателям, и работникам культуры, и спортсменам, и военным, всем в стране нужен рост, а не застой, в котором мы сегодня находимся, и
которые нам сегодня прочерчивают путь нашей сегодняшней политики. Поэтому наш голос должен быть услышан, поэтому мы идем активно в политику, мы дойдем менять тех депутатов, которые мы сегодня уже ничего решить не могут. Надо сказать, что мы бизнес идем в политику, а они из политики сделали бизнес, да, эти сегодняшние депутаты. Чувствуете качественную разницу? Мы уже чего-то добились в своей жизни, сделали свои дела, и поэтому мы должны сегодня сделать то же самое для страны. Ну что, Начинаем. Сегодня у нас во многом обновление в партии. Хотим об этом вам рассказать. Да, сейчас расскажем. Немножко рассказательно. Я в качестве своего переводчика, когда он обращался к детям с учетом обнуления, он имел в виду внуков. Но, тем не менее, то, что мы здесь, то, что по всей стране бизнес есть, несмотря на то, что 20 лет нам объясняют, что свободы в России невозможны, надежды в России нет и так далее, мы здесь, мы работаем и не уезжаем отсюда, и останемся, и будем здесь после 36-го года. А второе, как я понял, правильно или нет, с точки зрения сурдопереводчика, нас руководитель меня поправит, что, видимо, все-таки экономический рост нам тоже ждать в ближайшие 16 лет не получится, поэтому нужен рост политический. Коллеги, об этом будем говорить сегодня. Участвуйте в выборах, по мере возможности влияйте на ситуацию. Да, с маленького муниципалитета, с маленького города. Сегодня выступал наш руководитель регионального всего нашего направления. Есть рост, небольшой, есть. Надежда умирает последней. Ну и самое главное, что я хочу проанонсировать, людей роста. Это такая наша интернет-платформа, которая объединяет людей, которые, ну, по тем или иным, наверное, весьма очевидным для многих соображениям, боятся вступать в политическую организацию нашего типа, но нас поддерживают. Это такое, можно сказать, наша духовная, наша экономическая опора. И с легкой руки вот нашей организации теперь эта платформа будет раздавать нам всем, ну, начнем, конечно, с начальства, как принято в России, все-таки мы пока еще феодальное государство. Значит, некие бонусы, пряники. Называются они апкоины, сделаны на платформе Atom, это смарт-контракты на блокчейн-платформе. Спрашивал нашего руководителя ЦБ, есть договоренность, что в 36 году один апкоин обменивают на 10 облигаций федерального займа с купоном 8% годовых. Тогда они совсем опустятся в цене, поэтому может быть. Я имею в виду федеральный займ. А можно я два слова добавлю, Саш? Мы действительно создаем, у нас много, да, кроме партии, нас еще очень много народу поддерживает. Сегодня у нас зарегистрировалось очень много народу на нашей платформе «Люди роста». Там это более широкая платформа с очень интересными проектами, в которых участвуют люди. Один из проектов «Апкоин». Для бизнеса это интересно, это такая, не будем называть это криптовалютой, но это некая возможность сегодня и зарабатывать в результате своей активности, и тратить, потому что там есть магазин, на который можно тратить эти апкоины. Кстати, рубли конвертируются в апкоины. Апкоины в рубли пока не конвертируются, Саша. Может быть, только в ОФЗ. Так вот, сегодня мы будем награждать тех, кого мы избираем, поскольку они самые активные, тоже апкоинами.